Утренний. Утренний обход. Идем в теплицу у забора. Бюджетная. Из горбыля. Своими руками. Цена теплицы 1000 рублей. Так, заходим в теплицу. Оп. Что мы видим? Ох, даже птички летают. Ой, птички летают. Фу. Так, и что мы видим? Видим огурцы. Еще мы видим вот эту бяку. Вот как она бродит. Бяка, еще раз повторяю, никакими химическими, покупными, там они могут говорить, что самые лучшие препараты, ничем мы не пользуемся, все натуральное. Вот натурпродукт, чтобы огурцы были натуральные, зола, навоз, крапива, навоз, ведро, крапива, ведро с корнем, посильнее там утрамбовать. И 4-5 совков золы из печки. Баню топим. Раз. Вот. И получается вот такие огурцы молодцы. Утром ходим. Утром. Вот утром прям сразу. Во-первых, сразу подкручиваем. Подкручиваем по часовой стрелке. Обрываем, где есть пасынки. Усы. Я покажу сейчас. Вот ус есть, вот ус. Вот его отрываем. Вот оно, ус. Усы не нужны. Усы нужны в дикой природе. Все, прошли, посмотрели, подкрутили, подвинтили. Все это утром. Вот, проверили. Вот пасынок, вот вижу, есть. Вот оторвали. Вот такие пасынки мелкие. Вот отрываем. Вот его видно сразу. Вот он, пасынок. Вот его отрываем. Огурчики оставляем. Обрываем. Вот туда залазим, вот он, вот я его вижу. Огурчики вот там есть. Вот обрываем. Сейчас на самых верхних, вот они на самых верхних. Вот он, раз оборвал его. Вот он. Вот я его вижу, вот он. Вот раз, вот. Вот. Оторвали, подкрутили, подвинтили. Все прошли, все везде подкрутили, посмотрели, проверили. Ой, пусть растут огурцы. Огурцы молодцы. Огурцы мы садим кураж на теплых грядках, на навозе. Ведем огурцы в один ствол. Спросили, как будете, говорит, опускать.